Теперь получил горькое письмо. Значит, вначале подумал, не-не-не, петух не железово, это самое имеет отношение. Потом перекрестился, нет, это оказывается обида на питомник. Я не стал фамилию это, хозяина питомника, я не стал название питомника. Город не стал. Ну, и, да то есть причины этические. Сейчас, одну секунду. Вот, сейчас. Дальше. Значит, ну, причем внимательно, это очень важно. А хорошо, что количество моих учеников растет. Это письмо я отправила в некий питомник из города некоего. Надоели, просто уже шлют каталоги. Пилипенко Наталья, тот питомник. Доброе утро, это она им пишет. Я много лет у вас выписывала семена. Саженцы. И вот теперь хочу вам написать следующее. Семян в пакетиках очень мало. А стоят они недешево. Саженцы очень хилые. Я бы сказал, еле живые. Как вообще можно такие отправлять садоводом? Пыталась выходить, как-то ухаживала. Но каждый раз одно и то же погибает. Это у этих умеренных садоводов повторяется. Абрикос же это просто палочка с хвостиком. Это не саженец. Вот, давайте на этом я остановлюсь. Я долго пытался понять, почему они пишут в каталоге так называемые полукарликовые подвои. Абрикосов не бывает полукарликов. Значит, это не абрикос. Остается слива, вишня и так далее. Вот. В открытую так и это и не узнал. Вот. Через, как сказать, третьи руки я узнал, что это прививка на степную, ой, какую степную, это еще ладно, на песчаную вишню. Ну, представьте себе, двухметровый кустарник, 2,5 метра, кустарник. Вот. Представьте себе, что вот пройдет 10-20 лет, он будет вот такой толщины, а через 10-20 лет абрикос должен быть вот такой вот, если он нормально развивается. Как можно на таком растить вот такое сверху? Отсюда и все, что это присуще. Я не знаю до сих пор. Идет год за годом, десятилетия. Вот. Ни они от этой халтуры не отказываются. По крайней мере, этот питомник крупнейший в России. Так? Вот. И никто их за это, ни в суду не привлекает. И так далее. Читаем дальше. То есть я отвечаю, почему это абрикос просто палочка. Я ответил. Вместо них они все равно не признаются. Виноград – это палочка и корешок, торчащие на другом. И этого нет. Это как вообще можно вырасти? Картинка у вас красотища. У них, кстати, есть моя картинка. Ведь что интересно, ведь я меня тогда так поразило, что там было написано, что это самое. Картинка там была то ли королевская, то ли фаина, и было написано, сколько мы железо. Меня это так убило. Это первый и последний случай в моей жизни. Вот так вот. Ну, правда, если берем мой, допустим, фаину тоже, или королевский. Она же и привитая на их, допустим, кустарник песчаной вишни. И что? Из 100 мертвых, из 1000 мертвых. Из 10 тысяч, 10 тысяч мертвых, поняли? Вот, так что, ой, сколько денег я потратила зря. Да и картинки-то у вас ворованные, как оказалось. Если зайдешь в Яндекс, а где фото с вашим питомником? С вашими деревьями где? Вот. Картинки, которые еще в 10 питомниках, точно такие же, выставлены, это есть ваша реклама. Больше я вас ничего не буду выписывать и всем расскажу о вас.
как просто вы делаете деньги и не более того, что будет дальше у нас садоводов, на вам наплевать. Главное, купили. Да, вы высылаете, бывает взамен. Но ведь ту же самую палку и все. А вот это для меня ценность, что я не зря живу на свете. Научил меня всему железо Валерий Константинович, какие должны быть деревья и как этого добиться. Вот так вот. Вот. Ну что, здорово. Заметьте, обхожусь без этих самых. Этика не позволяет мне, и так на ладан дышит. Сейчас все питомники, пусть палочки выращивают, вот, которые она президент назвала палочками, вот, они все на ладан дышат. Всегда было плохо. Завал импортных дряней, это, которые это, на рынках, это завал завалов дикость невероятна. Все, что вы увидите, все до единого, вот эти самые, тратить на это время, не тратить, вот, тратить или не тратить, все, что вы тут увидите, вранье, хотите, я уже к этим фотографиям как привык, смотрите, найти изображение в Яндексе, вот. Сейчас я в свое время все это проверял. Внимание! На эту фотографию претендует вот такое количество сайтов. Видели? Видели? Вот. Так вот, я делал официальное заявление. Если кто-то бы действительно захотел, может заработать на этом, разоблачив их, подав в суд, выиграв суд. Вот. Я не способен на это. Я просто хочу сказать, что все, что вы тут видите, вот он, видите? Вот. Это не их фотография. То есть продают не шлор царан, а хрен знает что. Они сами не знают, кстати, что. И вот пошло дальше. Дальше. Сейчас опять мы встретим. Еще встретим. Вот. Ну, пожалуйста. Еще я уже не буду. Вы везде... видите? Этого в природе абрикос колновидный. Ни одного на планете нет его. Ни одного абрикоса колновидного на планете нет. Это я, Железов, утверждаю, хотя я все их видеть не мог, сам себе какой-нибудь Гаити, вот, какой-нибудь Гаити, а он спокойно растет, и туда съездили, фотографию сделали, нарисовали. И так до бесконечности. До сих пор из тех, которые рекламируются, еще раз говорю, это мое заявление, сайты, которые якобы питомники, вот, ну, некоторые цинично называют себя магазинами, как будто в магазине могут они расти. Вот. Я нигде, а перебрал сотни, а, наверное, за все годы тысячи фотографий. Примелькались, я их узнаю издалека, как вот это самое. Что ж тут не узнать-то? Вот это вот. Что ж тут не узнать-то? Шлорцаран, позорище. Вот. Ни одного своего нет и нет, потому что все вот так вот дублируются. И нет ни одного питомника, где это растет, по крайней мере, у нас в России. Включая, увы, Крым, извините, ребята, у вас такие же надерганные фотографии с интернета. Крымчане, привет. Вот. Вы такие же эти самые, ну, мягко говоря, не совсем удачные для нас продавцы. Я вот так мягко. Вот это мы посмотрели, так? Вот. Теперь, что делать дальше? Научил меня железу. Еще раз говорю, ребята, вот где-то, видимо, кто-то взял, скопировал вебинар, ссылку или как. Наверное, он разместил его где-то у себя на канале. И там получилось 4 просмотра. И тут же человек, который, мягко говоря, очень ко мне относится, мягко говоря, не очень доброжелательно, взял мне морду. Ваш вебинар... 4 просмотра, мол, ну там, херней занимайтесь. Я так понял, мой адрес камень. Вот. Я вас прошу, как сделать, чтобы 1 000 000 человек знал вот эту схему, вот эту вот, знал вот эту вот. И научился различать. Ведь сколько уже это, мы говорим, 4 года. Что изменилось? А хоть один отказался от этих, хоть один свои фотографии сделал. Не питомники, кроме одного, во всей России не купили у меня ни одного черенка
это то же самое, что, как сказать, когда-то это было так. Допустим, поступал какой-то автомобиль, самолет, в стародавние времена, паровоз, мотоцикл из-за рубежа. Наши ученые, наши инженеры разбирали его на части, копировали, и вот уже вместо, допустим, какой-нибудь Порше или как там появился автомобиль Победа и неплохой. Понимаете? Вот. Вот хотя бы так. То есть, если бы у меня сейчас эти черенки бы приобрели питомники, им в голову не приходит. Вы представляете, почему? Отвечаю. Работать придется. А здесь только купил и продал. Вот. Не верю ни одному. Ни одному не верю. Почему? Потому что вон опять фотография. Видите? Это она сама переплюнулась. Перемешалась. Вот. Ну, нажал сдуру. Помните, я показывал вот эти. Интернет. Что они продают на самом деле, а? Все фотографии, они уже примелькались. А, как она сказала, помните, это написала. Вот те же самые фотографии, что на десятках других саженцев. На десятках других сайтов.